крокодил, так охота кушать. Давай подождем. Сейчас наверняка здесь кто-нибудь будет проходить. Давай прячься и не высовывайся. Как только он подойдет слишком быстро, хватай его и кушай. Давай прячемся. Кто это здесь? Прячемся, прячемся. Смотри, еще кто-то идет. Прячься, прячься. Все, тихо, не шевелимся. Наловили. Нам надолго хватит. Смотри, еще кто-то идет. Прячемся. Смотри, не высовывайся. А то спугнешь. Вот это мы найдемся сегодня. Ну все, пойдем кушать. Смотри, кто-то еще идет. Ну давай последний раз. Прячься. Лови его. Ах, какой маленький, он убежал. Ай, ничего страшного, нам эта мелочь не нужна. Ах, ладно, в следующий раз его поймаем. Это, кажется, был маленький динозаврик. Ой, эти крокодилы меня чуть не съели, пойду все расскажу папе с мамой. Ужас. Папа, мама! Что случилось? Что случилось, сынок? Представляете, на меня напали два огромных крокодила и чуть не съели меня. Это где было? Это там, возле большой коряги, папа. Пожалуйста, помоги, я боюсь теперь там ходить. Ну, сынок, не бойся, я разберусь с ними.
Пойдем быстрее накажем этих крокодилов. О, хороший сегодня денек, вот это мы покушали. А теперь можно и полежать на солнышке погреться. Ой, какой я толстый стал, столько много съел, даже шевелиться не могу. Ой, это кто? Ай, ай, пустите! Больше не будете обижать маленьких детей. Ха-ха-ха. На каждого силача найдется другой. Ребятки, если смотрели эту серию и вам понравилось, подписывайтесь. Мы будем наказывать злых и кровожадных хищников.